Я на месте. Мы приветствуем Татьяну. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверили ли она нам свой биополе на период сеанса. Она показывает себя. В немного серой энергии, как боль и как какие-то жучки наполнена. Она показывает на себя. И, и но ну, от нее идет, она не говорит, от нее идет. И имеет ли смысл? Татьяна, этот вопрос, в принципе, к вам, потому что это ваша жизнь, это ваша судьба. Конечно, имеет смысл за нее бороться. Хорошо, проверьте. Хорошо. Так, ты говоришь, сканирование ничего не мешает вера. Ну, они вот эти энергии серые, как жучки какие-то по телу. Это две разные энергии. Да, серая это ее мысли, боль, негатив. Жучки тоже идет слово боль, они как кусают ее. Хорошо. Включаем внутренний белый свет Татьяне. Даю ей 100% энергии. Татьяна выдавливает из себя энергию боли и энергию, которая ее кусает. Этих жучков. На счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Свет пошел, энергия выходит и формируется в два шара перед ней. И тяжело, и даже дышать тяжело. Влад, помоги нашей энергии. Выдави это все. Вышла два от шара. Отправляю в клетку тюрьму. Так лучше, Татьяна? Легче. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Татьяны, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Это сканирует все 7 тонких тел Татьяны, находит все. Выстраивает этих шаров, каналы к ответственному, если таковые есть. Проверить нужно. И притягивай ответственный в клетку тюрьму. Здесь есть демон, он с плеткой. Вот как. Считай цифру этого паразита над головой. 14. Что ты здесь делаешь, 14-герцовый демон? Подгоняю душу. У тебя контракт есть? Куда-то кого-то подгонять. Пока нет. По-моему, тот, у которого был контракт. Если это, том, что он как -то... Если это тот демон, который был контракт, загорается красный маячок над клеткой. Да, это он. Хорошо, паразит. Ты не понял, о чем я с тобой говорил. Демон получает удар. 100 тысяч герц. Удар. <звы> Уменьшает демона в два раза. Влад, срешим ему рога. На счет три. Один, два, три. Срезай оба рога. Ну, он уменьшился, рога срезана, он прыгает маленький. Что такое? Что случилось, демон? Ты не понимаешь, когда с тобой говорят нормально? С тобой надо так разговаривать? Возвращая его назад, его размеры, слушаю его. Если ты мне дашь хоть одну какую-то причину, чтобы я тебя не уничтожил, я тебя слушаю. Чем меня слушать? Порталы открыты, дорожки проложены. Ты сейчас квартиру имеешь в виду? Душу. Душа уходит. Хочу, чтобы ко мне ушла. Подгоняю ее. Верни Пары, мои рога. Ничего я тебе не верну. Я тебя просто сейчас отправлю в таком состоянии. Еще дам тебе ангельской энергии. Будешь светиться в своем мире. Я тебе сказал не подходить к ней. Ты подошел. Появляется огненная пентаграмма вокруг демона. И он стоит в центре нее, зажигая по краям свечи. На его жкет. Не жгет, а вибрация она дает определенные неприятное. Хорошо, пусть стоит пока в таком состоянии. Кроме демона никого нет, Вера? Нет. Хорошо. Сколько находился этот паразит в биополе? 15 цифр эти дней. 15 дней. Хорошо. Начинаем с реверса. Даю команду тонкой копии Татьяны спроецировать энергетические сферические каналы к демону. Если у демона есть подключки, они подсвечиваются сейчас. А вот эти Жучки, это есть его подключки, то есть Отлично, он хорошо. внизу бьет плеткой, и они начинают шевелиться. Понятно, хорошо. Плетка еще при нем? Да. Сила его на меня сжигаю на счет 3. 1, 2, 3. Пепел. Готово. Даю команду тонкой копии Татьяны, спроецировать все энергетические и сферические каналы к демону и к этому шару, к этим жучкам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогены низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Татьяне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от него, возвращается назад. Усилию потоки в 50 раз. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на эти каналы. В порядке реверса Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Татьяна себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Здесь информация идет. Он пытался с ней через боль заключить контракт. Что он боль уберет, да? Он ей делал больно, да, чтобы она согласилась. Хорошо, сегодня будет демон получать боль. Сегодня я его ангельской энергией буду насыщать, потому что мне кажется, ему темно в его мире что у него мозг помутнился, и он не в состоянии понимать, что можно делать, а что уже запрещено делать. Демон может сразу достать шар живой плазмы и закончим это все, а? В смысле, с энергией царя Соломона. Появляется в моих руках шар с энергией царя Соломона. Ну что, демон, ты этого хотел? Он говорит, убери это. Реверс закончился. Почему я должен убирать, если ты не понимаешь нормально, когда тебе говорят? Это твоя вторая и последняя попытка. Третий раз ты уже никуда не уйдешь. Если я хоть частичку найду твоей энергии, хоть одного жука, я тебя притяну. Убирая шар, входит в меня. Итак, скеннер, дай мне контрольную проверку, осталось что-то или нет. Да, у нее есть остаточная энергия. Подключка Включ нет. Включаю внутренний белый свет. И этим светом Татьяна выдавливает из себя все остаточные энергии. Один, два, три. Свет пошел, Влад, помогая наш, нашей энергии, выдавливаем это все в шар перед ней. Вышел шар. Открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя, Даю команду Татьяне на рассинхронизацию с демоном и его подключками. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду на контрольную проверку. Пошла проверка. У нее подключек нет, но у нее есть такой, как белый туман какой-то, это медицинский Медикамент. препарат. Медикамент. Сканер. Просканирует Татьяна, вы Эти энергии медикамента в шар. Да, есть. Открывая под шаром воронку, в галактическое ядро шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Еще раз даю команду на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Под обоими шарами открывается воронка в галактическое ядро, шары улетают на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Демон. Это последний раз, когда я с тобой разговариваю. Возвращай демону рога. Есть. Я слушаю тебя. Ты понял на этот раз, что я тебе хотел сказать? Или ты действительно Тебе безразлична твоя шкура. Так я тебе предложил сразу. Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, давай заправим Татьяну сейчас. Сканер, сканеру какие энергии нужны Татьяне дополнительно к ее энергиям и вибрациям. А ты, Вера, назови мне, сколько ей нужно энергии и какая чистота вибраций. 420 и 24. Какие чакры особо поднять? Коронную до 27. На 4 макушку головы Татьяна начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 420% процентов каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Даем ей поток энергии, иммунитета. На защиту иммунитета пошел мощный поток. Включи. Ей нужна энергия жизни и даем ей, открывая сейчас, поток энергии жизни на счет 3. 1, 2, 3. И поток энергии жизни наполняет Татьяну полностью до 100%. Какие еще энергии? Энергия жива у нее очень мало, потому что она долго борется, и у нее совсем мало осталось этого света. Хорошо, открывая поток энергии жива, 1, 2, 3, он наполняет энергией Татьяны. Ее внутреннее количество энергии живы пополняется до необходимого им уровня. Два пальца ниже пупка наполняется чакра. Чистота вибрации поднимается до 24 герц Пошел подъем. Ей нужна еще сила кости. И даем энергию силы костей. На счет 3. 1, 2, 3. Пошел мощный поток энергии силы костей. Наполняется ее кости, регенерирует. Здесь получается, как фантом наполняется. Конечно мы с тонкими телами работаем. Чистота вибрации коронной чакры поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. До 30 можно. Поднимаем до 30 Гц коронную чакру. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готово. Хорошо. Татьяна, как вы себя чувствуете сейчас? Чувствую разных энергий много, разных вибраций во мне. Они пружинят, но они не дают мне боли, энергичные они, чувствую их энергию. Боли у вас нет? Боли не чувствую, есть какие-то остаточные страхи. Хорошо, давайте попробуем убрать эти страхи. Выходит эмоциональный фантом Татьяны, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоаборационные эмоциональные энергии, агрессии. Все это низкоаборационная ересь, генерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Аня вышел фантом, и у нее такой смех. Она говорит, что я бы рада, если бы во мне были эти эти эмоции. У нее здесь как смирение больше смирения и непонимание, обида и скрытость какая-то. Это тоже негативная энергия, негативные частоты. Прошу Татьяну. Татьяна, вы готовы отказаться от этих энергий? Готова. Сворачивая энергию в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готова. Давай поднимем эмоциональный фантом. Сейчас он сейчас чистый как раз. Будет самое правильное время. Пусть тонкая копия Татьяны вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 680. И поднимаем уровень эмоционального состояния до числового значения 680 Гц. Пошел подъем. Здесь, знаешь, показывают, цифра поднимается, да, но она даже ее принять. У нее какое-то именно смирение, как планка, и она под ней. Она сама себе запрещает Я получать каких-то радостных энергий или эмоциональных. Татьяна вы видите эту ситуацию, что вы являетесь в настоящий момент сама причина того, что мы не можем провести, поднять вам эмоциональное состояние. Вы его блокируете своими рамками. Потому ей дали 30 герц. процентов да, герц вибраций именно коронную, чтобы у нее изменилось мышление. Хорошо. Она подняла сейчас эмоционально? Да. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Татьяна, мы закончили проверку. Мы сделали все, что вы могли сейчас сделать. Как вы себя чувствуете после всего? Еще что-то осталось? Грусть. Но здесь я себя чувствую великолепно. Отгоняйте эту грусть. Грусть понижает ваши вибрации. Понижается ваши вибрации, приходят демоны. Здесь очень просто. Вы должны контролировать свое эмоциональное состояние и бороться до последней секунды. Так устроена жизнь, и все имеет свой смысл. Боритесь, у вас все получится. Будем возвращать вас. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в ее систему Биоробот Душа. Забудем, подключаем к каждому органу клеточки из извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Ее биоробот наполнился энергиями витаминами? Наполнился, да. Какие дать? Она... Я могу еще дать что-то биороботу? А гармонизация нужна, чтобы а все это? перешло. Она вошла? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Активируй меркаба. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса активируется в биополе Татьяны Меркаба. Один, два, три. Активировано. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.